Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash, путешествуя во времени. Опа-на. А... Подожди, а с какого перепуга мне здесь открыли, если мне нужно было набрать? Очень интересно. Я думал, мы сейчас будем с тобой зарабатывать звезды, чтобы открыть, а тут, смотри-ка, автоматически открылось. Ну что же, это вообще шикарно, друзья мои. Кстати, всех с Новым годом, друзья мои, всех с Новым годом, всем здоровья, счастья и всех, как говорится, благ. Опа. У нас выпал редкий шлем на мамонты, как я понял, да? Ну, мамонт у нас очень редко где-то присутствует. Ну, оборудовать все равно, ребята, нужно. Вот такую мы ему шапку надели. Так, денег у нас 6000. Я даже не знаю, стоит ли мне идти сейчас сюда. Ну, давай посмотрим, попробуем. Вот таких вот нам дали. А что значит быстрые выстрелы? А, понял. Быстрые выстрелы. Давай вначале мы сделаем типа проверочки, да? Проверочка заключается, ёпарсете, вот так вот. Ой, там еще и с петардами. Блин, они меня сейчас так... О, кувалдочка. Что там за хлопушки, я не понял. Опа, у меня еще один. Так, заморозочку. Так, давай. Ну, прекрасно. Робот-трицер прибыл из будущего, чтобы защитить нас. Слушай, я не знаю, как там насчет робот-трицер там какой-то. Из будущего, блин. А, во, смотри. Так они мне дадут этого-то вызвать? Давай, родной, бомби по ним. Где он там? Ну, есть. Окей, здесь подбили. Так, я, наверное, хильнусь. Да что ж такое-то, а? Давай здесь бомбанем. Там их как-то уж слишком много, по-моему, идет. Трицер из будущего, нормально. А вот этого кто-нибудь будет бомбить? А? Вот этого кто-нибудь будет бомбить, который летает тут? Блин, там не... Ах ты, ядрен матрен. Что они там встали? Слушайте, ребят, ну это изи миссия на самом деле была. Но и в то же время прикольная. Трицер из будущего очень классно помог. Так, здесь что у нас? Ага, шикарно. Так, и последний сундучок. Пойдет. Изумительно. Так, ну что, друзья мои, а мы с вами идем вот на эту. Да я бы с радостью, но нет у меня, к сожалению, снижения на 20%. Да, круто, конечно. Погоди-ка, постой, этот же парень у нас есть. А что еще за событие? Оу. Так, уровень 1... легендарный Египет, легендарный викинг, легендарные динозавры. А как... А что для этого нужно сделать?
А ну-ка, подожди-ка. Ну, например, так. Сделаем так. Вот так. Ага. Так, а дальше уже пошли. Угу. Играть. Оу. Вот оно что. А враги, интересно, очень сильные. Ну, не сказать, что прям особо. Но есть. Блин, хиллер меня вон тут раздражает. Сейчас мы его сдуем. Воу-воу-воу-воу, бомжуха, бомжуха, бомжиха, бомжиха. Ну, нафига ты сейчас пришла, ну? Так, ребят, пока я в защите, я буду ее, должен ее бомбить. Ну, упала. Упала, друзья мои, швабра это. Сейчас мы посмотрим, что это за событие и к чему оно вообще нас, ребята, приведет. Ой, как ты, я тебя пропустил? Пардончик, как говорится. Не углядел. Пошел отсюда. Так, разве здесь разбомбили? Опять ты, а? Ать, не попала, швабра. Есть, наказали. Так, ну что-то мне подсказывает, что бомжих-то тут будет нормально еще, да? Ну, бомби, давай, пробивай. Есть. Да, друзья мои, бомб... Она там одна или не одна? Что-то... Нет, она там не одна, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй, и всех моих этих, да? Всех, абсолютно. Бомжиха минус. Так, плювика. Ать, как хорошо, точнее, плохо. Сейчас, подожди секунду. Ага. Молодцы. Бомжиха упала. Отлично, тут тоже хорошо получилось. А вот, друзья мои, портал. У нас тут, слава богу, никаких звезд нету. Поэтому я не знаю, что будет за прохождение. Глянем. Че, только 1400 монет? А-а-а, тут вот, друзья мои, как идет. Тут надо набить 9 уровней. То есть мы с тобой только до второго добрались уровня. Ну что, глянем тогда. Блин, я думаю, там трэш будет. Ладно, давай глянем. Блин, ну у нас энергия еще уходит от этого. Слушай, по-моему, повторяется. Разве нет? По-моему, миссии повторяются, ребят. Если так будет, то... Я думаю... Ой. С копьишком там, чувачок. А ну-ка. Так что он такой не это? Ой, сейчас мне тут... Ай, прекрасно, хорошо. О, смотри! Чувак в бинтах был, видел? Чувак был в бинтах, ну чистая, как это, как мумия, ё-моё. Нет, ребят, вам надо уйти отсюда. С нашего, так скажем, поля.
Да господи, я все время пропускаю. Бомбим, бомбим. Этот самый крепкий. Ой, меня сейчас, ребят, накажут, если я так буду стоять дальше. Да, вот эти крепкие, конечно. Жалко, Тирекса из будущего нету. Угу. Так, бомжихи будут сегодня или нет? Будут. А куда же они денутся, ребят? Как же без бомжих-то? Так, я пойду. Далее. Так, ну одну наказал, слава богу. Одну наказал, друзья мои. Ай. Да куда же вы сунулись-то? Ну, дурачки вы, непутевые, ну. Блин, да чтоб тебе, ну. Ну там ребята рядышком уже, совсем чуть-чуть. Там портал виден был. Так что не отступать и не сдаваться. Не отступать и не сдаваться. Вот они тут вдвоем поливают. А, они разобрали. Ай, хорошо, друзья мои. Ой, ой. Ну. Так, еще 1500 монет. А что мы вообще там получим, я не могу понять. Какой-то шлем. Блин, так хочется и там походить. Так, извините, ребят. Кашель, как всегда, не прошел еще. Что ты делаешь-то? А, я хотел посмотреть, ребят, у меня денег вон. Так, идем в магазин тогда. Ты не в этот магазин-то. Сюда. Так, диносы, шпиносы. Мамонт можно? Можно, можно, друзья мои. Но я, наверное, все-таки скорее буду. Не хватает. Придется, наверное, подкопить еще денег. Выстрел, друзья мои, я буду прокачивать. Я не пойму, этот парень у нас есть. Ну давай посмотрим, я не знаю, почему именно его нам дают. Вау, смотри, ребята, пейзаж поменялся. Так, здесь, значит, будут летающие, да? Паршиво дело. Ах ты, хиляет он его там, хиляет, друзья мои. Сейчас я ему бомбочки там заряжу, чтобы больше не хилял. Прекрасно. Вперед. И с песней. Да, враг тут. Враг крепок. Так, друзья мои, я вижу, 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 там уже. Ну вот опять 25, почему не срабатывает, ну, ребят? Сбили, сбили. Так, там еще один, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ты слышал? Ой-ой-ой-ой, забубнил. Так, я пойду, ребят, вот этого с петардой нокаутирую.
Ну и чё? Мне, конечно, армию здесь дали. Какую-то не очень хорошую, ребят. Армия слабачков, я бы так ее назвал. Блин, я его и не увидел. Ну и где ты? Там что-то мои все дупляются, ребят, один за другим. Всех наказали. Фига там солдат армии. Гороховый, блин, суп. Да, иди ты в пень. Он еще и катапульт сюда позвал. Так, ребят, вот этого надо убирать. Он с мечом. Слушай, он рубит вообще жестко, ребят. У него вообще хоть здоровье-то отнимается? Да кого ты, блин, я не этого хотел, шоком. Да ну пипец какой-то, ребята, он, по-моему, бессмертный. Нет, отнимается у него здоровье, ну... Да. Он с одного удара всех валит. Вы что, совсем что ли борзели, блин? Да ну, ребят, это полный бред. Звезду, да ладно, звезду, что, что отнимаете, там вообще какой-то трэш. Смотри, сколько там тележек приперло. Да, вторую звезду, ребята, мы лишились. Но тут уже дело не в звездах. Тут уже дело пройти бы этот уровень вообще хоть как-нибудь. Начнем с этого. Что-то прям вообще тут немерено, конечно, накопилось. Причем вот против этих домов деревянных у меня даже, ребята, нету ни огненных, как говорится, ничего, чтобы я мог как-то их подбивать быстро. Так, ну ладно. Заплевывайте, заплевывайте, родные мои. Опять этот генерал армии, блин.
А, он сейчас бомбочки будет скидывать. Ну. Да блин. Давай попробуем еще разок электричеством. Да его электричество там еле берет, блин, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Прошли с горем пополам, друзья мои, на одну звезду. Угу. Ага. Так, собрать. Мы с тобой... Эй, началось новое событие, зацените. Да мы уже заценили. Так, 800 монет, 2 самоцвета, кентра 5 штук и огненный Дейно. Прекрасно. Так, я, ребята, я не понял, почему здесь вот это. Вот это новенький, да, а вот это уже был. Ну чё, погнали? Так, мамонта. Нет, ребята, мамонт это, конечно, хорошо все. Да, мамонта можно поднять, но мне все-таки надо, ребята. Понимаете, зачем? Потому что я больше все-таки мамонты мамонтами, а... Выстрелы выстрелами. Хочу посмотреть, ребят, что это за динозавр новый. Если, конечно, мы его успеем спасти. Ага, до второго достал. На, по щам тебе. Нет, если здесь сейчас опять этот будет самурай долбанутый, это будет трэш. Это будет, я тебе сразу скажу, трэш-трэшовый. Не надо подходить к моему медику. Блин, этот генерал паршивый идет, друзья. Он сейчас будет рубить. Ты посмотри, сколько он рубит. Он еще и не один там пришел. Так там еще и медик, что ли? Нет? Нет, мне показалось. Я думал, там еще и медик. Плювики хорошо, конечно, но... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Да ну куда тут нафиг? Ну... Нет, друзья. Два этих говнаря просто, ребята, сносят всю на своем пути. Нет, какое тут? Не, это нереально. Не, вообще никак. Просто никак. Просто пришли бам-бам и все, ребята. И я даже ничего с ними сделать не могу. Надо идти на события тогда. Пытаться на событиях дойти до 9 уровня, чтобы получить из-за этого каменный. Да ладно, бомжиха, ну ты сразу же начинаешь, ну... Одно успокаивает, что она пока, ребят, замах там сделает и тому подобное. Ага. Да твою, блин. Ну это если на четвертом событии, ребята, уже идет бомжиха. Иди отсюда.
Так, ладно. Ну давай ты бей, ты уже быстрее-то, ну. Ага. Так, с этими быстро тут разобрались. Я, наверное, буду копить. Не, ну на Тирексе мне еще дофига, да? Долго надо. Могу на этого накопить, в принципе. Парень-то неплохой. Только сытый и глухой, но так нормальный. А-а-а! Явилась Кимра, блин. Да ладно бы, еще одна-то, блин. Со своей сворой, блин, помощничков явилась, блин. Я что-то не понял, там катапульта уже, что ли, бомбит? Нет, это не катапульта, нет, это... Отлично. Ну-ка. Угу. Есть. Пробили, так сказать. Явилась старая карга, блин, не запылилась. Улюлюкает еще мне тут. Ну? Я сейчас начну дубина, сейчас этому хана. Все, ему сейчас припечатает. Бомбим, друзья мои, хвостами. Есть. Швабру уничтожили. Почему мне кажется, что мы с тобой дальше, там, я не знаю, 5-го или 6-го события не пройдем? Не знаю, почему у меня такая, ребят. Идет, 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 идет. Швабра, которую ребята бросают с этими. Есть! Наказали мы ее. Фух. Ну что же, друзья мои, прошли 1900 монет. Блин, еще 5 этапов нужно проходить. 5 этапов. Ну тут, смотри, сундуки. О. Большой на севере. Ну что, следующий, друзья мои, следующий этап. Погнали. Ой, а это кто такой? Это тот самый подожди. Ну, если я правильно понял, это тот чувак, который с молотком, только сейчас он вышел с серпом. Да иди ты, уукает, блин. Явилась, блин, старая карга. Да, да, ребят. Ну. Ну. Да, блин, ну. Там ей осталось-то на разок плюнуть. У нее хпшек-то мало. Ее закумарю. Это медик еще прет, а?
Друзья мои, они уже подошли ближе, чем надо, к нашим границам. Что он там хочет? Что он там? Что он за... Ага. Так, ну-ка. Здесь пробили. Так, я медика пойду пока уничтожу, ребят. Мне тут нафиг не нужен. Есть. И давай вот этого вот супостата. Так, ну почти этих всех уничтожил. Ага, досталось по башке. Давай, 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 пробивай, родной. Угу, ку-ку. Ох, там их еще и сколько. Ядрен матрен, ребята. Да. Так, одну должен убить. Одну раздеребанил. Так, подожди, сейчас вот эту вот. Получается. А, нет, мы ее убрали. Которая валуны бросает, я про нее. Угу, так. А что, мы ее уже убрали? Ну это же шикарно. Да, мы убрали эту, которая с камнями была. Вот этого поджарим, наверное. С этим я уже сам тут вплотную, так сказать, разберусь. Оп, молодец. Бомбим, бомбим, бомбим быстрее. Ай-яй-яй. Как неприятно. Да сколько у них там здоровья-то у этой кикиморы, блин. Да ёпрасы-то, блин, никак не это. На тебе огненным валуном по башке. Все равно живет, а? Есть, наказали здесь. Так, сейчас, секунду. Да ладно, блин, еще что ли одна? Да вы достали, блин. Только с одной, блин, распрощался. Тут вторая прет, блин. Благо она ватная была. Благо она была ватная, ребята. Ай, хорошо, ай, красиво. Ну что, о, здесь уже, ребята, 2040. Так, у нас с тобой последняя попытка. Так, у нас сколько стоил мамонт? 6 тысяч, по-моему, да? Угу. Ну что, друзья мои, пойдемте дальше, блин, на события. Я не знаю, может быть, мне взять все-таки одну какую-нибудь. Так, вот возьмем. Не пробивайку, так скажем.
Нет, нет, этого я уделаю. Этого я уделаю. Да ядрен ты, матрена, а. Две, что ли, сразу? Слушай, ребят, что-то тут как-то под сомнение я ставлю. Как бы тебе это объяснить-то? Под сомнение ставлю свое прохождение здесь. Именно на этом этапе. Слушайте, очень, ребят, сложно. Молоточек. Понимаешь, дело в том, что... Да ладно, не может быть. Выкрутился как-то, не пойму пока как. Выкрутился, ребята, я. У меня хп не осталось, не шиша, ладно. Немножечко постоим, подождем. Давай еще одну плевуна возьму. Ах! Ребят, как-то странно, я вроде бы погиб. Здоровски игра зависла, ребят. Я погиб, и в то же время я все равно еще дерусь. Нормально? Опупеть. Я погиб. Даже был звук слышен характерный. И как я теперь буду? Ну, это если либо меня уничтожат, либо мы уничтожим их. Третьего не дано. Да. Там драка, мне двинуться нельзя. Жестко. Глюканула игра, жестко. Тут ничего не скажешь. Но если драконы оттуда уже побегут, мои динозавры точнее, то это будет явный признак того, что там у всех уничтожены. Угу. Бомжиха, а мне плевать на тебе, что ты там угукаешь-то. Если что, я не смогу вам помочь там, а... О! И почему они так бегут-то, блин, как... Воу, нет, ты куда? Вы чё? Ты посмотри. Ты полюбуйся, сколько их тут идет. Нет, друзья, это... Я понимаю все события там, но... Они должны быть в рамках допустимого. А тут как? Когда их там целая ордища пошла.
И они на этом не останавливаются. Вон еще одну бомжиху следом послали. Да-да-да, а это, ребята, так, и ожидало. Следовало, как говорится, ожидать, что они разбомбят яйцо. Пипец. И это только пятый из девяти. Это только пятый из девяти. Нет, друзья, наверное, нам придется все-таки как-то каким-то макаром проходить старые задания. О, 6 тысяч накопил. Давай мамонта, наверное, прокачаем тогда уже. Вот. Придется нам проходить старые задания и, ребят, получать звезды, сундуки, прокачиваться. Другого варианта я пока не вижу. Ну, ты сам видел, там жесть идет. Там идет просто самая настоящая жесть. Ну что, друзья, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Так, подожди, у нас одна энергия есть. Не будем пока закругляться. Давай-ка попробуем что-нибудь пройти из старенького. Ну вот, например, здесь. Например, здесь. Взять вот так, если, например, и вот так. Плюс огонь. Попробуй, друзья, пройти. Нет гарантии, что получится, конечно же. Ну, я попытаюсь. Так, мы хильнемся, наверное. Блин, ты перебор все равно еще пока. Надо уже накопить на кого-то серьезного. Давай вот этого, наверное, возьмем, потому что он очень хорошо уничтожает деревянные постройки. И, кстати, вот этот бы племун бы нам не помешал, ребят. Вот этот вот. Он очень даже неплохо издалека бомбит. Хилка у нас, если что, еще есть одна. Можем ее использовать. Ну, конечно же. Нам нужно ее, ребят, наказать. Так, мы ее наказали. Да что там, блин? Ломаем, 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 ребята. На три звезды нам нужно пройти, есть. Ух. Да, друзья, прошел, наконец-то, я этот этап на три звезды. Так, здесь мы с тобой зарабатываем 350 монет. Мало, конечно, этого всего. Но мы получаем сундук. Да, это хорошо, но кристаллов-то нету. Если бы хотя бы кристаллы бы давали бы по-божески, тогда да. Ну что, островной сундук.
О, 3650. Прекрасно. Слушай, ну нормально. Я тебе скажу, нормально сейчас так дали мне. Мне даже дали возможность мамонта немножко, да, качнуть. До второго уровня. Готовность к тренировке в зале через 25 минут. Окей. Ну что же, друзья мои, эту, как говорится, локу мы с тобой закрыли. У нас остается вот эта локация еще, да? И вот это. Вот этот сундук я так, блин, и не получил, ребят. А хотелось бы. Потом это. И вот так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, нам надо прокачиваться. У нас другого варианта нет, ребят. Ну, вы видели сами. Бомжихи идут. С нашей вот в данный момент мощью мы сделать практически ничего не можем. Нас просто сметают. Тем более там эти самураи пошли уже, извини меня, не с палками, а с мечами. И в шлемах. То, конечно, делать нечего. Сколько там? 20 дней, да? Ну, за 20 дней-то я, конечно, вряд ли успею все пройти. Все события. Хотя очень хочется, но тем не менее. Ладно, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.